Накануне Яна Рудковская представила новую коллекцию одежды собственного производства. Накануне Яна Рудковская презентовала собственную коллекцию одежды. Яна впервые выступила в качестве дизайнера, но осталась довольна результатом. На показе присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые пришли поддержать Яну и поздравить ее с успешной коллекцией. Наша первая зимняя сказка, которую мы создали вместе с Даней Бергом. Спасибо всем друзьям за поддержку, как сказал один прекрасный фотограф, явка была стопроцентная, хотя знаю, что многие были душой и сердцем со мной, но не доехали по пробкам. Надеюсь, теперь ни у кого не будет вопросов, что будет must-have этой и следующей зимой, написала в своем микроблоге Яна. Также Рудковская выложила видео, на котором закрывает показ вместе со своим младшим сыном. На Яне была теплая черная куртка с ушами на капюшоне, точно такая же куртка белого цвета была на ее наследнике. Поклонники в целом положительно оценили коллекцию одежды и поздравили Яну с дебютом. Впрочем, нашлись и те, кто в очередной раз раскритиковал Рудковскую. Яна уже давно привыкла к критике и старается лишний раз не обращать внимания на злые комментарии, хоть иногда все же и отвечает подписчикам.